Зал Азербайджанской государственной филармонии наполняет чарующая и величественная мелодия. Звучит увертюра из оперы «Кероглу» выдающегося азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли. Вздрагивают смычки, и кажется, что армия под предводительством героя одноименного азербайджанского народного эпоса идет в наступление и непременно вернется с победой. Выступление Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узейра Гаджибейли в день открытия фестиваля стало уже традицией. Каждый раз мы с большой любовью, с большим удовольствием готовимся к этому фестивалю. Развитием нашего профессионального музыкального искусства мы все обязаны Узейру Гаджибейли. Я очень счастлив, что участвую в открытии этого фестиваля. Помимо произведения Узейра Гаджибейли были исполнены концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского, марш из оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера, симфоническая поэма «За мир» Джовдета Гаджиева, а также сиюта из балета «Жар птица» Игоря Стравинского. Это, конечно, всегда волнительно выступать, и тем более на открытии фестиваля, потому что фестиваль является как бы визитной карточкой нашей музыкальной культуры и проводится в очередной раз, в девятый раз. И сегодня особенно приятно, потому что выступаем с прекрасным солистом, играем очень интересную и довольно-таки сложную программу. 9-й международный музыкальный фестиваль имени Узейра Гаджибейли завершится 26 сентября. В течение этого времени ожидается выступление солистов и музыкальных коллективов из Азербайджана, Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины и Ирана. Фестиваль обещает по сложившейся традиции стать незабываемым музыкальным пиршеством для жителей и гостей города Баку. Лейла Курбанова, Руфат Алекперов, CBC.